Добрый день, уважаемые зрители! Это очередное видео из серии роликов об органическом земледелии. В прошлом я показывал огород своей тёще, моей маме дорогой. И я прошлый ролик закончил вот на вот этот холмистой гряде, так сказать. Вы можете спросить, для чего это нас? А вот вы сейчас увидите. Это сюрприз, и он скоро откроется. Я уверен, то, что покажу, далеко не в каждом сельском дворе есть. Я говорю уже о городских. Это персональный, личный, особистый, или как хотите называйте, с того, как вы видите. Этот водоем был выкопан, нанимался экскаватор, машина. Часть пошла, вот видите, на эту холмистую гряду, которая защищает и от ветров и тому подобное. Часть была, как показано в том ролике, за забором, но его уже убрали. Вы видите, что он неравномерный, да, то есть не квадратный, не треугольный, даже не овальный. Он форма, так сказать, как бы сказал Зебхольцер, форма меандра он имеет. Там, где стоит мостик, там как бы более мелкая часть водоема. А вот в этой области, где вы видите, которая пошире, там более глубокая. До 4 метров, наверное, это точно. Конечно, было интересно его делать, когда брат вырыл, вода уходила, поэтому приходилось мульчировать его мотоблоком. Со временем оно взяло свое, то есть закрылись поры. Там была посажена ряска, другие водоросли, кувшинки вы здесь видите. Ну и здесь, как видно, что для укрепления берега, своего рода как отвалочная стена, тут используется клевер или что-то такое и земляника. Да. Ее здесь было много, просто сейчас, к сожалению, сорняк забил. Но в прошлый раз был так у нас на юге, активно идут дожди, но если присмотреться, то можно рассмотреть. Это место, с которого наблюдать. Здесь находится насос и скважина, с которым водоем пополняется уровень воды, потому что в нем находятся рыбы, раки, а им же нужна вода. И поэтому они, благодаря тому, что вот эта область, которую вы видите сейчас, она глубокая, они могут перезимовывать. Взрываться выло, вот здесь я как раз показываю, видно вот это то ли земляника, то ли клубника. Клубника посажена, скорее всего. Вот здесь заканчивается эта холмистая гряда. Так что вот такой водоемчик есть. Напишите вам, понравился этот ролик или нет. И до встречи на YouTube.